занимаемся на тренажерах. Я на них, когда накачаюсь, у меня ноги сами собой во все стороны заплетаются. И в голове то же самое происходит. Чуть у меня с координацией вообще плохо. Ты на этом боится сильно делать. И кажется, что она куда-нибудь уедет далеко. Поэтому она так легонько на нем делает. А покажи остальные тоже тренажеры наши. Слышишь, Ин? Ин, покажи остальные наши тренажеры. Ну, хотя бы на которых ты занимаешься. Вот, наши самые любимые. Вон те три следующих. Так. Мы на них уже позанимались, поэтому мы так просто показываем их. Руки неправильно ты, мне кажется, делаешь. Зря так, вот так надо. Вот. На нем ребятишки обычно просто садятся и качаются, как на качели. Так, и вон. И вот этот. Еще этот покажи тоже. Шаги. Я попробую тоже покачаться. Нет, качаться не надо. Тренажер есть тренажер. Если каждый придет и будет его как качель использовать, они сломаются, ничего от них не останется. Я хочу вот тут тренажер. Ну давай. Надо еще, пожалуй, один подход сделать. Сейчас немного поснимаем. Вот это все-таки тебе понравился, да? Так-то ноги надо вот сюда, конечно, ставить. Ну, у Инки маленькие еще ноги. Мы тут было так начали заниматься, пришел мужик, на всех наорал, сказал, что тут все обработано от клещей. Уж не знаю, зачем искусственное поле от клещей обрабатывать. Ну, ладно, значит, надо. В общем, всех разогнал. Тут народу было. Много. Ну, что-то никто особо не испугался, если честно. У нас весь поселок обработан от клещей, так и что, не жить теперь, что ли? Так. Так, ну пошли мы дальше тренироваться. Так, еще Инна хочет показать, чему она научилась. Ну давай, ты показывай, что ты валяешься-то. А теперь поднимать. Вот это хуже дается, труднее, конечно. Ну давай, давай. Так, молодец. Так, еще вот как она придумала. Так. Давай тут хоть пониже. Кувыркаться она боится. И висеть вниз головой тоже. Но так вот нет. Так, нормально. Ну, дальше. Покажи еще, как ты растяжку стала делать. Какие у тебя успехи. Дай руку. Да, надо держать, а то ты упадешь еще. Так, вот. Уже вот до этой перекладины она может забросить. Ногу, ногу, ногу. Ну, пока еще с трудом. Но это же делает. Раньше вот не получалось у нее так высоко. Сейчас уже намного лучше стало. Так, ну что, пойдем? Пойдем еще немного во дворе погуляем, покрутимся тоже там на всяких штуках. На глобусе. Вот все хорошо в этих искусственных покрытиях, но от него пахнет от этой химии, какой-то резиной, не знаю чем. Конечно, это не место для прогулок, на самом деле. Пойдем, пока я за машину пришел. Так, ладно, пойдем во двор. Мячик сегодня нам покидать не дал. Теперь уже там парни не испугались его, и уже и второе кольцо занято. Ладно, пойдем. Лазилка такая. Тоже хороший двор. Одна зелень. Хотели вот на этом глобусе покрутиться. Ну, он так скрипел. Просто... как слезть? Там ребята крутились на глобусе. Инна тоже хотела. Кольца, кольца, кольца. Кольца, 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 кольца. Мои кольца. Все, Инна увидела кольца.
Надо вместе с ней делать все то же, что она. Тогда должно быть, я не буду такой толстой. Если буду так же крутиться и вертеться. Сегодня занималась на тренажерах немного, но если бы каждый день по 3 подхода делать. Давай. Ушки устали. А детская арена там, да, находится? Угу. Лето, конечно, и вообще все уходят. Мы раньше жили тут. Вот в этом доме. И Аленка пойдет гулять. Ну, когда мы ее уже стали отпускать одну, она гуляет. Мы с отцом попеременно дежурим у окна. Смотрим, где она. Смотрите, ребята. Мама, о чем ты там рассказываешь? Как Алена маленькая была, тут гуляла. А, расскажи. И она зайдет за любой из деревьев. Вот вы тут жили, да? Да. И играет и зайдет за дерево. А деревья-то? Ого! Она маленькая, худенькая, ее не видно. Вот мы смотрим, там бегаем. То ли уже ее бежать искать, то ли она сейчас вынырнет откуда-нибудь. Там садик. Дети выйдут гулять. Такой стоит, как будто стая птиц налетела. Всегда слышно было, как они гулять выходят. Еще не налазилась. Я знаю, как Алена выглядела, когда была маленькая. Точно так же, как ты, только с длинными волосами. Блин, точно так же. Короткий волос, когда вы отрастете? Ну. Вот то прям не жить, не быть надо было обрезать волосы. А теперь она хочет, чтобы они выросли. Она еще их второй раз потом подстригла к 8 марта. А сейчас, значит, ей надо длинное. Они обрезать быстро, а растут долго. А вырастут, не переживай. Уже 1 сентября пойдешь с коры. Залеты же вырастут. Конечно, вырастут. Ну вот. Летом хорошо с коротенькими. И затылку не жарко. Да, и с заплетаниями заморачиваться не надо. Вот зачем? Мама. Что? Комары на тебя. Ну что? Не съест ведь. Ну пойдем мы уже сегодня домой или нет? Съела пару бутербродиков. А время уже обед. Фруктики купили. Не фруктик, надо сказать, ягоды. Абрикосики, черешню. Я уже завтра уже. Ну пойдем. Жарко уже становится. Пойдем. Времени тоже, наверное, 12 или даже первый час. Пойдем.